Всем привет, ребята, с вами я, Десев, и сегодня мы поиграем опять же в Майнкрафт. Давайте сейчас поставим нормально все, музычку уберем, в прошлой серии меня плохо было слышно. Также вы набрали на прошлой серии 258 просмотров, это очень круто, поэтому я снимаю продолжение. Ну, мы начинаем. Для начала я бы начал сносить наш дом. Или же не сносить, а просто его расширить. Для этого нам понадобится добыть вот эти вот березки. Так, если что, это я проверял запись ничего. Так, ладно. Добываем вот эти вот березки. И не березки. Ой, зачем я киркой начал? Ладно, берем топор в руки и начинаем хорошо так срубать это все. Также, ребята, спасибо вам за 364 подписчика. Если подпишетесь, буду очень благодарна. Ну вот, пишите комментарии, ставьте лайки. В принципе, да. Так, теперь нам нужно... Зачем окошечко? Нам нужно теперь расширить дом. И мы, скорее всего, сейчас сделаем дверки. Вот так, окей. Сделаем дверки. Готово, нам нормально такие. Теперь нам нужно добыть... И как раз у меня 4 вот этих вот досок еловых. Мы их поставим сюда. И вот тут, кстати, наход поставим. Ставим обратно вот эти вот. Теперь вот это надо поставить. Так, смотрите. Это под сундуком там запагались текстурки земли. Ладно, если кто-нибудь досмотрит до конца или до сюда, например, то напишите в комментариях, например, я досмотрел до момента, которого там ты говоришь, например, что. Ну, короче, кто бы досмотрел до сюда, напишите печенька в комментариях. Я увижу то, что вы смотрите меня. Так сказать, и я сразу начну снимать больше роликов. Ну вот как-то так, да. Так, ладно, продолжаем строить. Чуть не очень, но я думаю, нормально. Если что, я сейчас сделаю коридорчик. Просто так. Хоп-хоп. И вот тут вот. Сделаю пол хотя бы нормально пока что. И дверку. Хоп-хоп. Так, и вот тут я лучше бы тоже поменял пол. Дверка не сюда. Дверка, ты должна встать вот сюда. Сейчас, вот сюда должна встать, давай. Хорошо. Так. А я пока что тут построю чуть-чуть. Угу. Так, хоп-хоп. Последний я поставлю вот сюда. Вот как так вот. И вот тут будет еще комната. Но пока что еще ее нету. Как-то так у меня домик. Ладно. Заходим в наш дом. И сейчас мы пойдем опять в шахту. Я еще копаю деревянной киркой, ведь я ее еще не истратил. Копаемся. Так,
Я, кстати, научился смотреть, на какой я высоте. Я уже на 10-й. Погнали еще один шпатник. 9-й. Такс. Так много тут травы. Ой, травы. Земли. Что-то много как-то ее. Ну, ладно. Добываем, добываем, добываем. Хорошо. Надеюсь, я сейчас найду какое-нибудь там железо. Ой. Так, и я, кстати, уже на первой высоте. Или я неправильно считаю в уме? Расскажите. Неправильно смотрю я. Или же правильно. Я уже просто на минус 0,700. А вот тут вот наш гравий. Так, ну он не помеха. Ура, я перехожу на каменную кирку. Такс. Что-то ничего нету. Даже угля нету. Где чё? Почему ничего нету? Я уже столько прокопал, наверное. Ничего нет. Ну вот. Вот все, что у меня выпало, в принципе. Гравий и все. Может, прокопать надо? Гравий. Тут он окрыли выпал. Ну ладно. А тут все равно ничего нету. Зачем штуки? Ай, ладно. Идем вниз копаться, да. Копаться дальше. О, светильник, я считаю. Гали-гали. Так, а на какой я высоте? На минус 26. Давайте посмотрим. Подождите, ребятки. Ясно, ребят, я понял. Я, оказывается, неправильно смотрел высоту и, короче... Я сейчас на 79-й высоте вроде бы. Но это не точно. Ага. Хотя, возможно, правильно. Ну, что-то я чуть-чуть ничего не понимаю, ну, ладно. Будем коп... Блин. Слишком далеко прокопался. Давайте, кстати, сюда будем. А, этот шлез надо добывать. Опыт, опыт, опыт. Редстоун, я не знаю, для чего мне теперь редстоун, ну ладно. Вроде бы на 16-й высоте где-то алмазы. Ой. А что мне делать? Там зомби где-то рядом, я думаю, все нормально. Возможно, где-то шахта рядом. Ну, как возможно, скорее всего, да. Блин, где вообще тут железо бы нашел хотя бы?
Ой, зачем я копаюсь низко так? Прокопался на 16 высоте. Такс. Там мы... Идем. Да, 16, все, на 16. Хорошо, пойдем копаться. О! Спустя столько лет. Так, мы нашли, наконец-таки. А что мы нашли? А, уголь нашли, ой, точно. Что-то я вообще забыл. Ой. Давайте сейчас сюда будем и вернемся назад. Железо! Не зря я уголь добывал, такой железный. Столько железа, как его так много. Ищу. Круто. Ладно, идем обратно на высоту. 16. Так. Уже на 16, да? Да, мы на 16. Если упадем, то уже 15. Не выше 16. Где-то на 15 может быть, но не выше 16, это точно. Блин, что-то она как-то быстро ломается. Блин, а что я экономлю-то? Реально экономлю. Ну ладно, мне нормально. Буду копать вот это какой. Угу. Встретил алмазы. Теперь аккуратно, чтобы никакой лавы под ними не было. Алмазы. Алмазы. Сколько тут их алмазов? Алмазы. 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 Ой. Алмазы, алмазы, я миллионер, у меня алмазы. Ура, алмазы, ура, алмазы, ура, алмазы, алмазы, алмазы. Быстрее вернуться надо назад. Сейчас скрафтим броню из железа. Конечно, не полную, но все равно. И кирку алмазную. Блин, вот это вот я бы лучше застроил. Но у меня алмазы, ура! Так, а я на какой уже высоте? На 60-й? Угу. Алмазы, ура! Первый раз в жизни своей нашел алмазы. А, у меня же переплавлять нечего. Очень круто. А это только вторая серия или же вторая ночь где-то, да? Ёшки, кошки. Ну давайте воспользуемся. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не взрывайся. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Прох не выпал, ну ладно. Бывает. Но все равно у меня алмазы, ура. У меня еще кровати нет, но у меня есть алмазы. Очень круто это. Так, ладно. Пойдемте искать. Ой.
Давайте деревянным мечом, у нас же есть. Хотя, давайте не будем лучше на него нападать. Давай дома посидим. Покушаем. Мяско сейчас пожарим. Пока что вот это вот у меня. Хорошо. Посмотрим. О, у меня еще железка же есть. Давайте пока что поножи скрафтим. Так, хорошо, мы их оденем, конечно же. Я уже вот, смотрите, какой крутой. Так, а что, как остальное крафтится-то? Угу, ага, угу. Ясно. А нам хватает еще что-нибудь? Ну так, нет, вот это хватает. Ну давайте шлем пока что сделаем. Ой, какой крутой. Так, ладно. Теперь мы, подождите, постоять. Сейчас мы положим себе туда. Что мы положим? А, точно. Я же покушать хотел. Приготовим, ой, сорян. Приготовим себе мяско. А шо, уже темно? А. Два крипера. Ой, еще и паук. Уйди отсюда. И к моему дому особенно не подходи. Гуляй где хочешь. Но не возле моего домика. Это точно. Прям в любом месте. Нет! Быстрее, быстрее. Надеюсь, ресурсы не пропадут, пока я добегу. Быстрее, быстрее, быстрее. Да быстрее плыви, ты чел. Нет, алмазы. Алмазы, нет. Нет, надеюсь, они не пропадут. Скелет, да иди ты отсюда. Нет, алмазики. Спасибо большое, скелет. Ну, все равно на этих овец. Такс. Нет, мой дом, быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, скелет, ну ничего страшного. Все равно на этих пауков, быстрее, нет. Вещи мои. Ура, 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 ура. Как... Хорошо, хорошо, собрал все. Получите вы, получили. Я сейчас чуть все не потерял за раз. Хорошо, этого не произошло. Стейк теперь мне уже не нужен. Нужен, я поем его. Очень вкусный стейк был. Пока что скоду. Хотя я в инвентарь положу себе пару штучек. Я думаю, даже хватит. Я в пещеру же буду ходить. Уголь, это факела, возможно, потом сделаю. Так, семена пшени, это я ферму сделаю себе, конечно же. Землю тоже мне надо для фермы. Железка тоже надо. Я пошел еще за одним железом. Надеюсь, найду железо, но это не точно. Так, я уже на какой высоте? На 30. Угу. Но это хорошо, что я нашел алмазы, и плохо то, что я почти не умер. Ой, почти умер. Это было плохо бы. Угу. Тут я лучше возьму вот это вот и застрою вот это вот. Это мне сюда не надо. А то пойду и на алмазы не выкопаюсь. Ладно. А где-то вот тут я встретил себе
железка, так что будем копать что-то. Угу. Ага, угу, угу. Надеюсь, железка выпадет. Выпади, железка. Попадись мне, железка, пожалуйста. Пожалуйста, железка. Упор мне не нужен. Спасибо, но дайте железку, пожалуйста. А, где уголь, там и железо. Только играть начал, уже алмаз нашел. Блин, а нет, мне ничего дам. Да, да, мне еще мне надо 4 железа найти. Как я их находить буду? Это я уже не знаю. Так, ладно, ребята, это, наверное, будет долго, так что... Я пока что остановлю запись, ну и вы подождите. Ой. Так, ребятки. Я нашел железо. Также я скрафтил пару кирочек. Да, пару кирочек. Мне хватит столько кирочек, я думаю. Так, ладно. Так, мы добыли 8 штучек, это мне хватит, это точно хватит. Кстати, копался я на где-то на 42-й, 41-й, 40-й. Но он часто попадается на 5-й высоте, ну от 5-й до 54-й. Если что, если вы не умеете смотреть, я сам, если что, честно научился, только что вот, смотрите, на мышку вот тут ксиз, вот. И вот это вот второе посерединке, это высота. Также вы можете на сайте забить сайт, на какой высоте появляются алмазики или же другая какая-нибудь руда, которая вам нужна. Я это как раз сделал и нашел. Так, Snowy Fells. Ну, ладно. Окей. Хотя я думаю, уже можно вот это выключить. И я думаю, сейчас я сделаю фермочку или же еще. Ну и закончу видос, в принципе. Так. Кладем. А, у меня ничего нет. Пойдемте, что ли, добывать дерево. До сих пор, между прочим, деревянным топором. Ой, уже закат. Такс. Ну, пока оно плавится, я поставлю на паузу. Так, ребята, пока я останавливал на паузу, я успел и переплавить все это, и еще подобывать животных, и еще найти овечек. И еще взять яйцо, и еще чуть не умереть, и еще сделать красители. Ну, в общем, много всего. Так, ладно, мы пока что стейк скушаем. Хотя, мне пока что не нужно. Но я положу на всякий случай в инвентарь. Так, ладно, пока что я посплю. Так. Теперь я сделаю то, что я... мне, точнее, нужно было. А где железо? А где железо? А, вот железо, точно. Я же его переплавил, что-то я забыл как-то. Так, нам нужно ведро. И еще сделать кирочку. Кирочку сделать. Нет. Кирочку нужно сделать.
кирочку делаем. А лучше две. Теперь возьмем вот это вот. И пойдемте чуть построим. Да. Комнату, которую я хотел построить. Сначала пол сделаем. Хотя пол пока что нам не нужен. Сделаем вот так вот. Хоп-хоп. И вот так вот, хоп, чтобы монстры не смогли пробраться. А вот тут смогут, конечно, но вот тут нет. Стой! Боже, не надо. Отойди сначала от дома, и можешь взрываться. Отойди от дома, отойди от дома, боже. О-о-о! Динамит могу сделать. Но пока что это мне не нужно. И также я сейчас пойду. Наберу водички. Ой, что это такое? Ну, ладно. Так, набрал водички, ребята, с вами. Теперь мы бежим. Так, тихо, тихо. Бежим к дому. Мотыгу! Делать надо. Я вспомнил. Про мотыгу. Ну, мотыга у нас пока что будет железная. Нет. Будет пока что у нас мотыга не деревянная, а каменная. Так, мотычку берем. Пока что положим вместо кирки. Теперь нам нужно взять какое-нибудь пространство. Вот, например. Пахач. Сейчас. Вот тут водичка у меня будет. Но для начала мне нужно чуть подобывать чуть-чуть. И выбить вот таких вот штучек. Так, вы видели? Такс. Это подобное. Хорошо, я думаю, 14 мне хватит. Теперь нужно рассчитать, чтобы мне было именно 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, ну, я думаю, так просто. Теперь мне нужно удалить ведро воды. Еще два. Так, берем водичку. Заливаем. Сейчас еще возьмем водичку. Такс. Заливаем. Теперь вместо ведра ставим себе семена пшенички и начинаем распахивать. И начинаем садить семена. Как раз хватило. И все, теперь оно будет у нас. Будет у нас огороды теперь. Ну, я думаю, на этой серии мы достаточно всего сделали. Так что спасибо за просмотр. Если подпишетесь, буду очень благодарен. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока-пока.